Все рассказали, конечно, как его родословное, что, каким он был специалистом. Я хочу, конечно, лично рассказать его качество. Доктор. Понимаете, во-первых, человек, который действительно любил жить. Он любил жить, и он это передавал другим людям. Даже глядя вот на последние его месяцы жизни, он, зная свою болезнь, он старался бороться. Я хочу сказать Ире, тете Люде, Боди Крише, вам спасибо, да, вы делали все, что могли. Я знаю, что вы, после этого вы будете долго, несмотря на все, что вы сделали, вы будете все равно думать, что вы что-то не доделали, что-то упустили, что-то надо было сделать еще. Это будет, но поверьте, вы сделали больше, чем надо. Он действительно боролся, он хотел жить, он мне сам говорил, насколько он... Во-первых, он любит жизнь, и как он хотел жить. Я даже больше скажу, он очень хотел быть гражданином Америки, и я помню, я был присутствовал при этом моменте. Это был такой, несмотря на все свои болезни, после химиотерапии, у меня есть видео, у него такой был энтузиазм, такая была радость у него, когда он присягу давал. Это надо было просто видеть. Этот человек обладал очень большим чувством юмора, просто... неисчерпаем. Даже буквально неделю назад он рассказывал анекдот еще. Понимаете? Он был очень нежный. Вот я как вспоминаю с детства моего, он был очень нежным человеком ко всем. Детям, племянникам, другим людям. Я как племянник его чувствовал. Даже буквально до вчерашнего дня это чувство у меня еще раз сколыхнулось. Ну я хочу вам сказать, мне мой папа говорил перед смертью, он мне сказал, вдруг он мне сказал, я, говорит, вас буду видеть, а вы меня не будете видеть. Я вам скажу, что я его не вижу, да, хотя вижу во сне иногда, но я его чувствую, я чувствую его помощь. Я в это действительно верю, и у дяди Нерика то же самое. Он человек, который любит помогать людям, и он сейчас вам будет помогать. Дети, вы будете это чувствовать. Он нас не покидает, он будет наоборот вам помогать. Причем он будет вам помогать с большей энергией. Я всегда это говорю и буду говорить. Я в это действительно верю. Ну дай Бог памяти ему, как говорят, чтобы год прошел хорошо, чтобы собирались на более хорошие мероприятия. Большое спасибо всем, кто пришел. Доктор, большое вам спасибо, дай Богу здоровья. Дорогие друзья,